Работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона отметили свой профессиональный праздник. Поздравления аграрии принимали в областном правительстве. Лучшим сельхозпроизводителям вручили переходящие призы в номинациях «Золотой колос» и «Золотой початок», а также отметили саратовские хозяйства за высокие надои, производство мяса и овощей. Несмотря на непростые погодные условия, в 2015-м область стала первой в ПФО по сбору семян подсолнечника, второй по выращиванию овощей и третий по урожаю зерна. По итогам года наш регион оказался впереди всей страны по пищевой и перерабатывающей промышленности. Уже несколько лет Саратовская область лидирует по объемам производства подсолнечного масла. Объявив чрезвычайную ситуацию в 24 муниципалитетах, насчитав более 500 пострадавших хозяйств, мы тем не менее собрали 2,2 миллиона тонн зерновых. Вы вошли в тройку лидеров ПФО. По сбору тепличных овощей стали вторыми, а по урожаю подсолнечника и сева озимых – первыми. Как результат, местная продукция прочно удерживает свои позиции на российском и зарубежном рынках. Можно долго перечислять наши достижения наших аграриев. Хочу подчеркнуть главное. Уверен, что достигнутые результаты позволит выполнить задачу по импортозамещению и обеспечить наших людей качественной, экологически чистой продуктами питания. Многие тысячи и тысячи аграриев вносите неоценимый вклад не только в экономику страны, а в сбережение традиций и устоев нашего государства.